Выборы проходят по партийным спискам, но в тот момент, когда выборы закончились, любая попытка кивать на партию или еще что хуже, любая попытка партии влиять непосредственно на своих избранников во власти местной, это становится уже актом вопиющей бесхребетности и вопиющего безобразия. Местная власть после выборов должна просто порвать любые связи со своими партийными центрами. Любые баталии партийного характера на уровне местной власти – это нонсенс. Это противоречит принципу демократической организации власти на местном уровне.